Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. La La Land – это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах, но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения. Зверопой. Каждое животное мечтает стать звездой. Слониха, баран, бык и даже хрюшка буквально все рвутся к славе. Кто знает, кому улыбнется капризная фортуна и чей портрет украсит завтра обложки глянцевых журналов. Все как у людей. Человек-швейцарский нож. Оказавшись на необитаемом острове, Хэнк уже был готов потерять всякую надежду. Но все меняется, когда на берегу он находит труп по имени Мэнни. Многофункциональность Мэнни поможет Хэнку выжить в диких условиях и заново обрести радость жизни. Попробуй подкати. Успешный бизнесмен и эгоистичный мачо пускает в ход все свои уловки, чтобы соблазнять девушек. Но однажды он сам оказывается в крайне щекотливой ситуации. Мама Мия 2. Сбежать на райский греческий остров, чтобы гулять по улочкам очаровательного города, наслаждаться местной кухней, танцевать до утра, кататься на яхте и влюбиться без памяти. Что может быть лучше? Звучит как идеальный план, да и на всю жизнь тоже. Беканто. Оперная дива Роксана Кос приезжает в одну из стран Южной Америки, чтобы выступить в посольстве на приеме по случаю визита японского магната. Гости наслаждались великолепным сопрано Роксаны, когда в здание ворвались вооруженные люди во главе с генералом Беньямином. В обмен на 490 жизни они требуют освобождения политических заключенных, но власти не торопятся выполнить их требования, и ситуация с заложниками затягивается. Юные титаны, вперед! Робин, напарник Бэтмена и лидер команды юных титанов, решает исправить вопиющую несправедливость. Если даже Аквамен получил собственный фильм, то чем они хуже? Друзья отправляются в Голливуд, полное желание стать героями лучшей в мире супергеройской картины. Но на пути им попадается суперзлодей Слейд, мечтающий поработить Землю так, что Робину, Рукибергу и остальным придется пересмотреть свои планы. Идеальный дом. Эрасмус и Пол живут веселой и беззаботной жизнью, пока на пороге не возникает 10-летний парень. По его собственному заверению, внук Эрасмуса, привычному существованию приходит конец. Лучшие враги. История о невероятной дружбе между чернокожей правозащитницей Энн Атоотер и членом Куклус-клана Клейбоном Эллисом. Они были ожесточенными противниками, пока не попали в один комитет по решению расового разделения в школе. Давних врагов объединяет забота о будущем своих детей. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!